Я рада приветствовать всех, кто заглянул на мой канал. Друзья мои, сегодня будем делать декор старых карандашниц, баночек и наводить красоту до Нового года. Вкратце расскажу, потом будет уже ускоренный процесс. На розовую баночку приклею блестящую бумагу, вырезанную по размеру. Ее покрыла глянцевым спреем-лаком. Вот они блестели вот так вот. Видите, очень хорошо блестят. Вот эту я покрыла спрей-лаком. Эту покрыла строительным акриловым лаком. И он немножко убирает блеск. И вот когда будете пользоваться лаком, смотрите, как хотите. Если хотите, чтобы сильно блестело, тогда лучше глянцевый спрей-лак. Если нужно приглушить блеск, тогда строительный акриловый лак. И приклею узоры пластиковые. Так, вот эти карандашницы. Одну я покрасила серебряной краской, спрей-краской. И тоже буду здесь приклеивать бумагу. Подготовлю по размерам, вырежу. В конце покрою лаком. И украшу пластиковыми узорами. Из этой карандашницы получится в морском стиле. Буду использовать шпатлевку с трафаретами в морском стиле. Приклею ракушки, камушки, которые мы привезли с Крыма. Вот эту карандашницу черную я покрыла черной матовой акриловой краской спреем. И сверху нанесла лак-спрей тоже матовый. Ее я хочу украсить более нарядно. Здесь буду наносить клеевым пистолетом горячим подтеки такие, как сосульки. Искала вчера стержни для клеевого пистолета. Поднялась на антресоли, но не нашла. Зато нашла вот такую вот баночку. Этой баночке 2 года. Так. А, это, видимо, на дно, чтобы не брякало. Я ее покрашу золотистой краской. Тогда, помню, золотистая краска у меня закончилась. И в продаже не было. И она у меня осталась. Сегодня я попробовала нанести сверху клеевым стержнем узоры. И вот посмотрите, видно или нет. Старые желтые 2-летней давности. А вот эти свежие, они белые прям такие. Вот, а эти желтые за 2 года, хотя и стояли в тенечке. Но, в принципе, это не важно, потому что мы все равно будем покрывать золотой спрей-краской. Вот на дно приклеила бумагу, видимо, чтобы выровнять. И потом уже фетр. Ее украсим, доделаем. И те материалы, которые я буду использовать, для каждой баночки будут на столе. Баночек много, чтобы вас не запутать. Итак, кому интересно, оставайтесь со мной, и вы увидите, что из этого получится.
Друзья мои, мини-органайзер готов, и он похож на новогодний сапожок. Я решила выкладывать каждое видео по отдельности. Получается короче, и смотреть, я думаю, будет приятнее. Вы смотрите, оценивайте, комментируйте. Кому понравилась моя работа, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк. Благодарю всех за просмотр и за то, что делитесь моими видео в соцсетях. Следующая работа будет преображение розовой карандашницы. Я желаю всем вам творческих успехов. Творите с удовольствием. До новых встреч!